самое кайфовое — это на второй день утром прийти на трассу или на трек. В данный момент, в данном случае, это Нефтеюганский аэродром, и зачекать все машины, которые готовятся сегодня выступать. Ох, ребята, это дрифт. Мяу. Ребята, хороших вам сегодня покатушек, безопасных. Больше вам ничего не нужно знать. Это спорт.